Всем привет! Сегодня тест на бритье. Три бритвы. Это Crown & Sword. Все три бритвы немецкие. Вторая бритва Nodzu Electric. Nodzu. Здесь такая надпись Electric. Все эти три бритвы не мои. Вот, поэтому затачивал я Raccoon. Так, ну вот так. Итак, начали. Первая бритва Crown & Sword. Сразу будем пробовать. Тест я всегда делаю сразу против роста волос, чтобы как бы очень четко. Ну, великолепно. Мне понравилось. Вообще, при заточке мне вот эта вот бритва тоже вот как бы больше всех импонировала. Ну, посмотрим, как следующее. То есть так вполне четко. Мягко достаточно, насколько это возможно для немца. И все чисто вот здесь вот. С первого раза против роста. То есть заточка нормально, тест прошла. Так, вытрем на всякий случай. Так, вторая бритва Electric. Ну, в принципе, тоже нормально. Чуть похуже. Ну, похуже как? То ли сталь послабее. Сейчас еще.
В принципе, нормально. Чуть-чуть жестковато. Вот это вот первая Crown & Sword мне, вот, честно говоря, понравилась. Она, у нее выборка такая небольшая. Там, не знаю, сколько, 50%. Вот, ну здесь выборка, не знаю, 75%, наверное. Такая. Ну, Hollow Ground написано. Может, больше. Вот. А вот здесь вот, наверное, выборка полтинник. У первой. Так, и третья бритва Raccoon. Так, чуть-чуть. Здесь уже высохло. Чуть-чуть здесь неровности, прыщики там срезает. Так. Ух ты, Raccoon. Очень понравилось. Прям не верится, что-то брею, а не чувствуется этого. Как будто скользит. Не знаю, как старый англичанин, обалдеть. Вот столько с ней мучился при заточке. Вот. Насколько она мягко пошла. Просто невероятно. Так, как бы если по местам. Первое место вот Raccoon отдал бы. Очень мягко так просто летает. Причем она узенькая, мне вот такие не нравятся. И выборка достаточно приличная. Вот. Но она так мягко пошла, даже не, ну, как бы не верилась. Думаю, что такое? Прямо это совершенно не ощущается, как она волос снимает. Обалденно. Очень понравилось. Это на первом месте. Вот. Второе место. Вот это вот Crown. Crown & Sword. В принципе, неплохо. Она такая тяжеленькая, чуть пошире. Вот. И сталь достаточно неплохо. Так. Очень неплохо. Ну, электрик. Можно бриться, да? Можно. Можно бриться, но жесткая, и вот она сталь на третьем месте, короче, из этих трех бритв. Так, ну все, всем пока, до новых встреч.